Знакти ликешите. Недели канала ефири информацию равахт абун. Студия Хурит Батрас. Цибертен абун ефире. Девен фунза за сахест ахра до министра дел. Берег буна сетен ахр генч тарайстуй хурзахте. Ленингора бегене фецен завод элутоне продукции Уайкененс Республикей Дуканите. Подзахадун ансамбл сим дехица текене радун фестивальта. Гурета поликлиника Неркуса Республикон Ренчендуне Бестаха, Уйтеха Истер Седунофе, Осе Форстиме Разенев Костоте Коллектив, Абун Кушетиме Фимбелдесте Подзахаде Сарглевек Бибелтанатули, Эме Ананизният Кокен Наде Министер Точите Гюрги. Гурета поликлиника Кушета Эме Столице Церджета Абон Рембарсте Осе Медицину Нуагдуме Сенераза Динаде Вдисе Кушетиме Фимбелем Эрбатит Подзахаде Сарглевек Бибелтанатули, Эме Ананизният Кокен Наде Министер Точите Гюрги. Берекко ду Афтаме поликлиника Охастене Форст Босагай Той Цалдераза Разме Фалею Церджета Энераза Динаде Тахайдеме Ахкад Эрцит. Нел Ананизният Кокен Наде Министра Днуга Эрезах Ац Форстме. Бибелтанатули Кут Бонусан Кутта Афтаме Гурета поликлиника خواست ارتسوزن ریسپوبلیکون رنچندونه بست خایمه. بیبلت آنادولی کد بانسان کد دا آفتم میدیسینون سیستیمه ایز بیره پرابلیمه تا اما پالیکلینیک آخستن سیراغ در نوی خواه خوسته بالخننه تخی خرستفه فلدر کنن. میدیسینون لکتن وزاد فبرزند در کنن اما انانی زیناد قاقنن آده پرابلیمه تا ایو میاگه. بیبلت آنادولی کد بانسان کد دا آفتم پالیکلینیک بست خواه خیسر مگوند آدم ملورد نتسوه. یه просто элементарная оптимизация. Системы здравоохранения. Это касается и сконцентрирования вот этого медицинского кластера в одном месте. Это касается и улучшения возможностей для работы. Это касается и улучшения услуг медицинского обслуживания. Это касается и развития амбулаторного лечения больных и так далее, и так далее. Целый спектр вопросов, которые нам вместе надо будет решать и надо решать. И мы никуда не денемся, мы обязательно их решим. Другого варианта-то у нас нет. Мы вместе должны решить. А так просто принципиально взять и сказать «на я гомнеф», да и все. Ну это я считаю, что неконструктивный подход к решению проблем. Не проблем поликлиники, еще раз подчеркиваю, проблем здравоохранения в целом. Я же это здание себе не забираю. Мне он не нужен абсолютно. Я его не отдаю как в какие-то частные руки. Я из него не делаю какую-то коммерческую структуру. Ничего я этого не делаю. Ничего не делаю. Но говорить о том, что, я в прошлый раз говорю, говорить о том, что вот людям удобно. Да, людям удобно, чтобы они приехали один раз в этот медицинский кластер, зашли к любому врачу, и чтобы все дополнительные подразделения, обслуживающие там зуботехники это будет, я не знаю, или там УЗИ будет, или там рентген будет, чтобы он зашел, сделал и зашел обратно к своему врачу. Там же, на месте. Что в этом плохого? Что в этом плохого? Просто я лично вас всех понимаю, и медсестер, и врачей, я вас понимаю, конечно, вам здесь удобно, вы привыкли. Я это тоже понимаю, вы привыкли к этому зданию. Вам, может быть, кому-то через дорогу надо переходить, кому-то ближе, кому-то дальше. Но это привычка, я понимаю. Ну, привыкли, ничего в этом плохого нету. Но привычка это же не определяет наши, опять-таки, отношения к здравоохранению в целом. Поликлиника Кушета Моцемедис Кота Штата Фекоттер Кенене Форст Фалесен Республика и Сарглавек Зохто. Зарга Косте Нике Серибор Кендесте Уэце Форст Бондовзен Эрместер Уэце Растаджи Дегой Эртегой Бенете Чихуса Уэдонел. Никто, еще раз подчеркиваю, никто никого выгонять не собирается. Никто не собирается сокращать штаты. Штаты будут сокращаться только те, которые или совмещаются, 3-4 штата многие совмещают, есть же у нас такие люди. И, конечно, мы их будем сокращать, эти штаты. Почему? Потому что ну, человек не может работать там, в больнице, допустим, и в поликлинике одновременно. Но это нереально. Порядок мы хотим навести. И ну давайте наведем вместе тогда порядок.
Но когда уже касается, допустим, человека, то у этого человека сразу что? Возникают хозяева, родственники, родные, близкие, работающие в администрации президента или правительства. С Москвы звонят. По одному человеку, мне звонили с Совета Федерации. С Совета Федерации звонят, чтобы человек где-то работает на двух. Мадовщейна, бомбарменеке. Вот в Совете, мы прямо завтра, бойкусутма. Вы в Совете Федерации, мы вас любим. Но кадровые вопросы, вопросы наведения порядка, вот откуда, куда. Ну, это опять-таки человеческий фактор. Мы через кого-то нашли, и вот этот человек из уважения, он же не звонит как сенатор, там, как государственный деятель, из уважения к этому человеку, он со мной в хороших отношениях, и он мне звонит, ну, прошу там помочь. И мы, не осознавая, ставим в очень абсолютно неудобное положение тех людей, которые звонят, и того человека, которому звонят. Проблем в медицинской нашей системе очень много. Реально очень много. И вы мне не дадите соврать, что все-таки мы все делаем для того, чтобы постепенно вот эти проблемы решать, там, эти возможности, которые есть у государства, их наращивать. Это касается и что мы сделали, по-моему, я говорил, не говорил, не помню. Это касается и увеличения затрат на высокотехнологическую помощь. Увеличили. Это касается и увеличения затрат, которые направлены на закупку лекарственных средств, там около миллиона рублей, да? 2 миллиона. 2 миллиона, на 2 миллиона увеличили. Вот. И это целый спектр вопросов, которые в принципе имеют отношение к развитию нашей медицины. Поликлиника Кушчета Дарзахту и Сакодета. Вообще вся поликлиника против насчет перехода в республиканскую больницу, насчет объединения. Но из-за того, что это центр, это давно здесь эта поликлиника, несколько лет у меня отец здесь работал. И, конечно, нас связывает с этой поликлиникой, больным сюда ближе. То есть это со всех сторон устраивает и больных, и коллектив. Аналіз Зинат Қаққаны нады министр Тотчиты Георги разы у поликлиникай кушыты әмі республикай царжыты қадейімі фаланисы хитсен Зинадис адайма кам кустан өмай сайрак дару цамай көст сава амбалуны. Я не могу понять, в чем предмет разговора. Есть частные домовладения, из которых никто никого не выселяет. А есть государственные, муниципальные, это федерального значения, учреждения лечебные. И есть Министерство здравоохранения. Если оно вам не нужно, мы же не на принцип идем. Эти же врачи, эти же медсестры, с которыми я разговаривал, завтра будут выполнять свой долг, врачебный, медсестринский, неважно, в том месте, куда их направляет Минздрав. Точно так же, как главу Минздрава направляет президент туда, где надо затыкать бреши. На сегодняшний день. Вот так выстраивается иерархия в государстве. Если мы хотим бреши, да, их много брешей. Во всяком случае, по Минздраву, по здравоохранению. К сожалению, так выстраивается иерархия, так выстраивается трудовая дисциплина. Это не вопрос подчинения в режиме там рабского какого-то. Это вопрос... Прежде всего, согласование того трудового законодательства, которое наделяет работников по соглашению трудовому, по договору трудовому, теми полномочиями, на которые они могут претендовать. И, собственно говоря, сам работник подписывается под своими обязанностями. А как он будет этот вопрос решать? Это уже забота и ответственность Министерства здравоохранения. Ни один человек, кто здесь присутствует, я надеюсь, уже не питает никаких иллюзий в отношении передачи здания коммерческой структуре или какому-то аналогичному варианту, который противоречит вообще логике.
Хала авацага хоздару за медицинун вогдата Иран Куойва цаме адам рынчиндуне поликлиника остав сарастак загал масафуй. Дазарта стейла кудзейта азамат информацион рахт абун. Вогдарсит парламент президиум бунефат мехостарсит дуодес форста. Удун фаделу чирткут регине репортаж. Вогдар цит парламент президиум Радун Рабат. Бунефат кевит дуодес форста. Буду сепетер сте возгджин ама думен цеме лембенек охргунт рцеуй. Амар мастер рифасте хастр цем сеси бунефат кмам. Фацак форс бавдеста парламентун комитета сердар коцте игр. Цеме на республика ама Донецк ама Луганск адаму республика та хсен ам густат ама ам садис фадел базар ратификаци гунт рцеуа. Химя каласы пашта роджи форс хастр цит сеси рабат мам. Парламентун комитета сердар коцта лиса бавдеста президент курдиат. Цемей сейрак тархундуны сердар хугат юлуна якусты бунатай сари баргунд ирцава. Кадумен я барта алсаз дик абрмай фауткененц ваттар нефиста курдия цемей я сари баркануй якусты. Президент Республики Южная Осетия Анатолия Ильича Рябилова об освобождении Хугаева Алены Адмировны от занимаемой должности председателя Верховного Суда Республики Южная Осетия. Данное представление основывается на решении квалификационной коллегии, где данное решение принято единогласно всеми членами квалификационной коллегии. Обращаю ваше внимание, что полномочия Алены Адмировны прекращаются в декабре месяце, однако есть непосредственное собственное желание Илона Адмировна на прекращение этих полномочий немного раньше, получается, чуть больше месяца. Ам худай раздар квалификации гон тархун гэнчат коллеги венгай сарибар гон дарцит лолет залина. Я бенас ма бавдар сарцит гочит саты гултам зейм. Сеси рабат мама хахастав депутат тасой тедими дарен я депутат у хаста ам худай раздар кайфат кэнэнц о цифарст. Съезд партии «Единая Осетия», где одним из вопросов повестки дня был вопрос об отзыве депутата парламента Тусова Дмитрия Николаевича. В связи с этим в парламент был прислан документ, который был на мое имя, который был мной передан в мандатную комиссию. Мандатная комиссия, если я не ошибаюсь, в пятницу провела заседание, на котором решила вынести этот вопрос на президиум и в дальнейшем на сессию. Парламентун комитета сердар Костажанна бавдеста загонны проекция майдуэминев тасамазы бюджет мехастер цеу и вензинеттем. Все изменения, которые предлагаются законопроектом для внесения в закон Республики Южная Осетия о государственном бюджете, признаются обоснованными комитетом. Те изменения, которые предложены правительством, считаю необходимые, нужные. Некоторые вопросы, даже общественно, скажем так, наболевшие вопросы, которые в срочном порядке нужно и необходимо разрешить. И в связи с этим я считаю, что законопроект нужно выносить на сессию парламента и поддержать. Без законопроекта дархастр седесте сессии работы, кэци якость мэры в 0-дзэнны вахспунтэм. Чиркут Регина Куцте Аида информацион рахт Абун. Се профессионалум берег буны санкененц охрады кабазы кушута. Цичинэм бэрдмэ эрбасыт эмэй хайды шитэн рарфэкутта пацаха дэсэрглэвэк Библ Танатули. Барагбуна цитан цитченен бірбагом кутта колы таксой нумыл айвэтті лицей ансамбл СКИФ. Ахурады министр Гасит Натали, ахурады кушты там зургебан сан кутта, ахурады системы ма сестер хайбоверт, ама сазахта антистыта садаштары костым. Для нас сегодняшний юбилей это показатель. Показатель умения сохранять и приумножать лучшие идеи остинской педагогики. Это показатель профессионального выживания, несмотря на очень суровые годы. Это показатель той силы, которая заставляла нас верить в то, что наших детей нужно не только учить выживать, прячась от пуль и взрывов, но их нужно учить учиться. И мы сегодня, благодаря помощи Российской Федерации, можем сказать, что у наших детей есть все возможности для учебы, для развития, для того, чтобы раскрылся их потенциал. Дорогие учителя, позвольте мне отдельно поздравить сегодня коллектив аппарата Министерства образования и подведомственные образовательные учреждения. Республика и президент Библ Танатолида РАР факутта охрады системы кушчатан. Педагогтан президент Захта Хорз Ахурзавта Фандиактан. Самое главное, которое есть в жизни у каждого человека,
начиная с первых шагов в школу, это все-таки учителя. Учителя, которые посвящают нам свои знания, свое здоровье, свои нервы, которые могут рассердиться на тебя, поругать, а потом подойти и приобнять и сказать: «Мяку, да вот так, сын». Я с огромным удовольствием всегда вспоминаю своих учителей. Когда мы касаемся учителей Республики Южная Осетия, в его новейшей истории, мы обязательно, каждый из нас скажет, что эти люди – герои. Герои того времени, где этим учителям приходилось работать в тяжелейших условиях, без газа, без света, без тепла, которые приносили из дому дрова в сумках, чтобы наши дети грелись, чтобы они не замерзали и как-то учились. Огромное вам спасибо. Низкий вам поклон. Здоровья вам, семейного благополучия, хороших учеников, конечно же, умных, грамотных, любящих учиться. Բարեք բուն ցեթան ախորադը կապազակ օրկու սակալ լավերդը ցեթ ռեսպուբլիկայի ադամ ու նախորգանաչը կաչջնամտա բդուն 28 գիմնազ ալբիոնը մաթեմատիկայի ախորգանակ բիբլ թնելի կացը յացարդս նվուն կուտը ախորգանաչը դասնիադան спасибо большое правительству Спасибо всем тем, кто поддерживал меня во время моей работы. Спасибо всем моим детям, моей отдушине. Мне 75 лет, и за 75 лет я слово «папа» не произнесла. Мой отец добровольно ушел на фронт на второй день войны, когда меня не было еще. Сегодняшнюю свою награду я посвящаю своему папе. Մանձալ ադարդտար բարագբունու կանցիրտային։ Չերկոտրի գինը կուստզարինը կուստրատետ ամիրլան բագատա ազիս ինպարմանցոն ռաղ աբուն։ Ախարադը մինիստրադը սրեստել դվեն վունձազը սխեստը ծտանը։ Մինիստրադը կուղտարի Ախորադը մինիստրալ դովեն վոնձ ազսախաստը յուբիլեի ծտան ախորգանջըթը յուխայ խորզախ չներցետ մինիստրադը խորզախտ է։ Խորզախտար ատրն ծերիմոնի ռադյան ախորադ ամազոնա դը մինիստր գասիտը նատալի Яхадиваг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 
абсолютно уверена, что это начало больших будущих юбилеев. Мы с вами, я абсолютно уверена и очень на это, и надеюсь, и уверена, как я сказала, будем встречаться на этих юбилеях, будем радоваться нашим победам и, конечно же, друг другу. Хорзах талабар дарцет котгора тасколата автарайон тасколата кушчетендар. Грамотой награждается Джоева Залина Васильевна, заместитель директора Синагурской средней общеобразовательной школы Джавского района. Abu nuhur zaktafat sajdar zuragastaul, a mahor ganjeta profesian kais istirah nervel bunun sardam. Pireste bedunen selakatta abzung faltars komelkenen oqtajam. Хочется сказать слова благодарности министру образования Наталье Константиновне, заместителю министра Алисе Харитоновне за столь высокую оценку моей работы. Я очень стараюсь. В дальнейшем, конечно, что же буду оправдывать их надежды и работать в лучшей степени. Кокой Танжелам, Харибат Арнольд, информацию Равахтабун. Radon festival tam yakhitsat takene pasakhadun ansambel simd vodun iron kultura ravdistste guretta chelyabinsk ama ekaterinburgja nartaval aktivunay vaqt sevens serepetisitam sakhikotsat takene suifetta gobust agunda
Галата Борисовна Малпацахадун ансамбль Симт Хаядрайстен Челябинск национальный культурный дунион фестиваль Синегория. Он махаядрайсте с Беларуси Маварасии хоздар коллективта автоматсагат кария миневерте. Концерт вах севдисте эртеле мактябре эртекагам наябрьме. Симт цеве энергенис кундай. Сенема кешчетен равдисте стаювл хоздар номерте. Кэце таирдайзене нации мидварн эгдау эма культура. Юлиума шавам фанжая. Это раис гидаю технический кушетаджиси у даса и на таю нарасте овчета на заракенджета. Ума на уже концерт тадар ватчан, сольный концерт тадар, ю арта сольный концерт тама, фестиваль дар, кайзар найкава, хаядрашча стам. Ну, и стам специальна программа, ма хамши программа в гаскешавам. Офта ходекалам, ма хорс комаров дисвей сахи, Вот кафтай, авто вдавай дарма, алшамайте. Ой, феста кафта мазарда ансамбль Симт отсавдзен эндар фестиваль Дни Осетии мэкэцэ фэнцэм ноябрэ вахт савдзен город Екатеринбурге. Балцэ инициатору Свердловска регионалу нахсанадун организации Общество осетинской культуры Сэрдар Гагойтэлиана. Я нахастэм гэска фестиваль вэцэгаз вахт нэцэ. Дуэ минцэпэр дэсэ мазэц активун хаэдрайста цэгат ирэстойнаг ансамбль Алан. Ацаз ай вэта дуэ дэсэм дунион фестиваль в гастях Уларисы Гергиева и фэлгэтты. Вахт цэвэнц Галаты Борисы бунтэп нэмэ махэнэ бунэвэд ансамбль мафахунэн кэнцэ бэн Мы очень хотим, чтобы богатейшая осетинская культура, чтобы она стала выходить за рамки как бы только своего народа, и чтобы стала узнаваемой и близкой для других. И в этом году хотим привести наш дорогой ансамбль, который тоже основал Борис Александрович Галати. Ахам балцет ансамбль Сим драв диси ядесният, ама базунга вай инна артисты фалтартина димем. Невснеи семет раду хант ансамбль интесты текей барух скензен незердетен. Кокой Танжела, Гобустагон, Дебязерте Стелла, Багата Азиз, информацион равахт абун. Ленингора районе элутоне заводе продукции фезент республике Дуканите. Завод дарвати рестежне куста, нарияну кухтари вегадмейс стерпленте. Ведуниме базунге неосхасек чертхотри регина. Ленингора районы Элутон завод сентябрь май рауахта лимонады продукции фитцак барди. Ацах сызгон салма республика сержетен кана кастысты бир асты дарғы. Аманыр лимонады дуа хозы дюшейс амад архун фазындысты цхинвал дуканите тарчатылдар. Фондмин авгым мигананы атчын анахимикатта лимонад дуа куримавай гундырцыд. Нар завод яхи цатта каны нок продукции раудзымма. Продукции уақ цавы гом акционеруны хсанад ирдоны номы бін. Баган уадзан завод Ленингора районы арастырцыд ими фарацада навац фитцагамазы. Амену майкос тардыл. Фалавадайнырма яифтун карста ивд навадыстым. Очень много надо делать, потому что износ, амортизация оборудования. И для того, чтобы привести его в порядок, нужны какие-то запчасти, новые элементы нужны. Это новое оборудование? Нет, не новое оборудование, но ремонтировать. Дуэмин стемозы хастефесте завод хусын райдетта фалерфестедер прокуратура бакутта уголовым куттак эмэ радиоун гуд эхгэд. Ацаз республикайну кухтариагад завод бакутта инвестор диоте Александр Делбар. Эмэ ви завод базэл сараста нук фирма Ирдон. Завод комусаду егау. Эмэ абону республикай лимонады дуна ифтон кэнэн. Мощность завода очень таки большая. 6500 бутылок одна линия выпускать в час. Да, а здесь 3 линии. То есть мощности такие, что если в месяц поработать, то можно завалить, наверное, всю Южную Осетию на месяц. И даже больше. Теде Тамирлана нахастам гаска инвестор арендай райста завуд. Зарон лифтун гаста иркутта амбалуногма. Сверта мазы ихцай фараста цамай нук равагдаду хахтар скусын кана. Кад нирма лимонад ама минералун дон вазы ваттария фэн тис араққама баган вазындар. Фала цамай баган равазу уйта хайса кава бире проблемата айфарс канын. Випуску пива тоже заказали изделия, которые были украдены отсюда. Вот весь медь, который был здесь, для производства пива, он был разворован. И вот заказали, оборудование стоит чешское. И пока оттуда все это оборудование не привезут, вот,
Սապլանդը մայիս վրասեի վեդիրացի մեդար պրոդուկցի լասըն, վեյտը խայ խոամա էկանումիկայի մինիստրատ ստրատիվիկացի կանա սարմագուն պոզրդ, վծագը վճագմեն կալմա կասնց նրաբրմայի, վալասամայ զավուտ պատգոմսադայսկուսը Սամարը խերզավուդեն վոնդ ամոնդ կուսինքեն է դու ամինվտը սեմազդըմ վենձեմ ակտյաբրը ծգինվալը պրովցադիստը խեզարը ծջնեղ դավ է լավերտ կեցավզան ջուսույթ նավին նումել նացյուն լիտիրատուրան պրիմիտը իրուն վշտղսեն կոնգուրսը վայոլող իզվավջտեն։ Ավտը մա լավերծավզստը պլիտը գրիսի նումել պրիմիտը իրուն ախորգեն ջտղսեն կոնգուրսը ամա իրուն վիլալոգի ստուդին տղսեն վայոլող իզվավջտեն։ Մազալ մեն խնձսավենց զունոդուն սվելստոդուն ինտելիգենցի մինևերտը իրուն է վզաջը դեսնտը ամա ախորգենջտը, ստուդենտը մխարը կուշտը, դու ամին ըղսար դեսը մազայ նավի է պրեմիլ լավուրյատը, մազալ ռայդայձան սպրդես սխատ ամա արդմ մինուտելը։ Դարտար բազունգետն ռեսպուլիկայ սուտկե դարղը ծախան բոն գադուձան վույմը։ Знавара районе вузен Івгос аст буне 13 градуса ықсавы тоқсаз. Дзавар районе Івгос аст буне 14 градуса ықсавы та авт. Койсайдар Івгос аст буне 20 градуса ықсавы тоқсаз. Ленингора районе Івгос аст буне 13 градуса ықсавы та аст. Республика столица Цхинвала дарудзен Івгос аст буне 14 градуса ықсавы та авт. آخرین ویدیو استن نو بون خبرت. نرادو فیلم بالد می‌فیرم.